В зале будущие выпускники и их потенциальные работодатели. В таком формате глава Сочи проводит встречи регулярно во всех высших и среднеспециальных учебных заведениях. Задача – рассказать студентам о возможностях, которые сегодня предлагает курорт молодым специалистам. Здесь же мэр города советует работодателям делать ставку на местных соискателей. В Сочинском профессиональном и торгово-технологическом колледжах выпускают слесарей, электромонтажников, мастеров отделочных строительных работ, мебельного производства и поваров. Рабочие профессии очень востребованы на курорте, отметил Анатолий Пахомов. Город-курорт Сочи сегодня, во-первых, с каждым годом увеличивает рабочие места, и с каждым годом все больше и больше переходит на работу круглый год. И поэтому, если раньше все наши рестораны, кафе, столовые, они работали 3-4 месяца, в лучшем случае, сегодня они работают круглый год. Вот круглогодичная работа, она дает возможность иметь постоянный персонал. И постоянный персонал дает нам качество услуг. Анатолий Пахомов подчеркнул, студентам не нужно бояться начинать с небольшой зарплаты и должности из числа, например, обслуживающего персонала. Важно просто с чего-то начать и получить такой нужный молодому специалисту опыт. Всего же в банке вакансий курорта сегодня около 2000 предложений.